Run. Всем привет! У микрофона Ран Череп. И в данном видео мы рассмотрим такую фишечку, как можно сделать переход на картинке. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Допустим, возьмем какую-нибудь картинку. Допустим, эту. Теперь мы возьмем какое-нибудь видео, допустим, мою заставку. Перекинем его на отдельную дорожку. Вот так. И что же теперь получается? Мы, допустим, берем переход градиент. Притащим это вот сюда. И смотрите, что будет. Вы видели, что переход как бы был на видео, но на вот этой картинке, которая была поверх видео, ничего не было. Итак, что мы для этого делаем? Мы для начала увеличиваем рабочее место, чтобы было удобней, чтобы мы видели целиком наш переход. Где-то вот так будет нормально. Перетащим немножко сюда. Далее находим, где начало, отрезаем, и нам нужно сделать 10 частей. Можете и не 10, все зависит от того, что вы хотите вообще получить. То есть раз часть, два часть, три часть. Старайтесь, чтобы каждая часть была равномерной по отношению к остальным. И вот таким вот образом делайте, чтобы у вас было 10 частей. Я воспользуюсь, пожалуй, магией монтажа и вернусь к вам, как только нарежу 10 частей одинаковых. Или более-менее одинаковых. Итак, я нарезал на кусочки нашу картинку. И здесь получилось даже 11 частей. Так, что мы делаем дальше? Лишнее можно убрать. Хотя вот это можно оставить. Берем, перетаскиваем это в конец, где находится наш переход. Это можно тоже сюда поближе бросить. Что-то не то. Вот так. Да что такое? Почему убирается первый кусочек? Так. Ладно, пускай будет вот так. Что мы делаем дальше? Дальше переходим на первый кусочек, нажимаем вот здесь на шестеренку, свойство клипа. И здесь оставляем непрозрачность на 100%. Здесь мы снижаем непрозрачность до 90%. Здесь мы снижаем прозрачность до 80%. Ну и так далее, пока вы не упретесь в 0%. Этот момент я тоже пропущу благодаря великой магии монтажа. И мы встретимся после того, как я это все сделаю. Итак, я сделал все, что нужно было. Как видите, здесь 100%, 90%, 80%, 70%, 60% и так далее до 0%. Что теперь мы при этом будем видеть? Да, конечно, желательно было бы нарезать все эти кусочки, чтобы они как-то более совпадали с переходом. То есть, чтобы они были нарезаны в рамках вот этой вот части на видео с переходом. Но так, в принципе, тоже покатит. Это просто для примера, чтобы было понятно, что делать. Итак, смотрим видео. И вы видели, как вот эта картинка плавно растворилась. Переходу можно, конечно, задать времени поменьше, вот так даже лучше будет. И как-нибудь вот так подогнать, чтобы эти все части совпадали с длительностью перехода. И в итоге получится, что как бы наложенная картинка будет пропадать вместе с самим видео. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорых встреч!